Вот здесь вот излом, уже залом краски у нас. Хорошо, пусть что он такой. Так что надо быть аккуратным. Вот у нас дверка Ford Mondeo с заломчиками. Вымыли, вычистили, подполировали, потому что она вот у нас тут зацарапанная прилично. Вот они, царапушки у нас идут. И заломчики, повреждения, район дверной ручки. Вот. Деталь крашеная, поэтому надо быть предельно аккуратным. Вот такие заломы. Площадь приличная. Здесь у нас находится усилитель. Вот. Вот такой залом. Вот как-то так. Здесь была вмятина. И заломчики. Как говорится, все, что мог, сейчас перпендикулярно лампочку поставлю, сниму. А здесь, конечно, где продратый лак, еще неспокойно. Тот же самый участок, только другой ракурс. А вот это место еще, конечно, не прыгать. Ничего, сейчас мы здесь тоже немножко доделаем. Он сам не даст соврать, я даже когда это... Ну вот, и дверку выправили. Как хочешь, следы, конечно, вот тут остались, царапинки вот эти вот. И вот краска была треснутая при заломе. Вот так все ровно, все красиво. Крыша чуть припылилась, но ничего.